Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. Сегодня мы хотим вас познакомить со стратегией для бинарных опционов JBR Trend. Стратегия для бинарных опционов JBR Trend – это трендовая торговая стратегия, которую можно применить на любом торговом инструменте – валютные пары, криптовалюты, акции и сырьевые товары. Система очень популярна не только для долгосрочных трейдеров, но и среди тех, кто занимается внутридневной торговлей, а также скальпингом. Индикаторы стратегии JBR Trend устанавливаются в терминал MetaTrader 4 стандартно. Подробную инструкцию по установке индикаторов можно посмотреть по ссылке, которая будет в описании к этому видео. Также в описании к этому видео вы найдете и ссылку для скачивания этой стратегии для дальнейшего ознакомления и тестирования. Обзор индикаторов стратегии JBR Trend для бинарных опционов. В стратегии используются три основных индикатора: JBR Channel, Arrow, индикатор JBR Trend. Индикатор JBR Channel – модифицированная версия конверта Envelopes с дополнительными настройками и алертами, встроенными сигналами. Роль данного индикатора в стратегии – это предупредительные сигналы. Если цена достигает или пересекает верхнюю границу конверта, нужно приготовиться к возможной покупке опциона PUT. Если цена достигает или пересекает нижнюю границу конверта, нужно приготовиться к возможной покупке опциона Call. В терминале MetaTrader 4 индикатор имеет встроенное оповещение – алерты. По умолчанию алерты индикатора отключены. Значение False. Для того, чтобы включить эту опцию и получать сигналы от индикатора в режиме реального времени, достаточно изменить значение в графе Alerts на True. Другие настройки этого индикатора позволяют редактировать параметры длины конвертов, отклонения и сдвиг. Индикатор Arrow – основа стратегии JBR Trend с визуальными сигналами для открытия сделки. Зеленая стрелка – сигнал на покупку Call. Красная стрелка – сигнал на покупку Put. Все сигналы формируются перепроданностью и перекупленностью рынка на основе работы стандартных индикаторов Stochastic Oscillator и Simple Moving Average. Важно помнить, что сигналы индикатора могут исчезать, так как происходит перерисовка. Перед использованием индикатора следует протестировать его работу в режиме реального времени. В параметры индикатора встроено множество переменных, благодаря чему индикатор можно адаптировать под любой стиль торговли, торговый инструмент или таймфрейм. Рекомендуем вам внимательно ознакомиться с каждым параметром индикаторов стратегии, посмотреть, как они работают и взаимодействуют с графиком, скользящими средними и другими сигналами. Индикатор JBR Trend – третий индикатор стратегии, который служит уже для подтверждения открытия сделки. Этот индикатор платный, и его стоимость на сайте продавца составляет $250. Но с нашего сайта для ознакомления и тестирования его можно скачать абсолютно бесплатно. Ссылка для скачивания будет в описании под этим видео. Также вы можете посмотреть обучающее видео по индикатору JBR Trend. Ссылка на видео сейчас появится в правом верхнем углу экрана. В индикатор вшиты две простые скользящие средние с параметрами по умолчанию: для быстрой скользящей средней период 9, для медленной скользящей средней период 45. Смена цвета быстрой скользящей средней с периодом 9 и пересечение нулевой отметки служит сигналом для открытия сделок PUT или Call. Правило покупки опциона PUT. Цена достигает или пересекает верхнюю границу конверта JBR Channel. Индикатор Arrow формирует сигнал красной стрелкой вниз. Индикатор JBR Trend поменял цвет на красный. Сделки совершаются после правила 3, когда быстрая линия JBR Trend пересекла линию нулевой отметки и сменила цвет на красный. Правило покупки опциона Call. Цена достигает или пересекает нижнюю границу конверта JBR Channel. Индикатор JBR Arrow рисует зеленую стрелку вверх. Индикатор JBR Trend поменял цвет на зеленый. Сделки совершаются после третьего правила, когда быстрая линия JBR Trend сменила цвет на зеленый. Эти правила работают для всех таймфреймов от 60 секунд до 1 месяца.
Чем меньше таймфрейм, тем больше рыночного шума. Поэтому эту стратегию рекомендуется использовать на временных интервалах от 30 минут и выше. Однако, стратегия JBR Trend показывает лучшие результаты на волатильных трендовых рынках с таймфреймом 1 час. Заключение. Стратегия JBR Trend отлично подойдет для торговли бинарными опционами как внутри дня, так и на среднесрочных таймфреймах. Она очень проста в применении и не требует каких-либо навыков технического анализа. Важно отметить, что перед торговлей на реальном счету любую стратегию следует протестировать на демо-счету. Также никогда не стоит забывать про основы риск-менеджмента и мани-менеджмента, которые помогут уберечь ваш депозит даже в самые сложные рыночные колебания. И обязательно торгуйте только через проверенных брокеров бинарных опционов. Рейтинг лучших и надежных брокеров бинарных опционов регулярно обновляется на нашем сайте. Ссылки на указанные ресурсы будут в описании под этим видео. Если вы не можете разобраться, как работает эта стратегия или индикатор, напишите об этом в комментариях к этому видео. А также подпишитесь на наш канал WinOption Signals, где мы обязательно разберем все ваши вопросы на видео. Спасибо за внимание, успешной торговли!